2022 года. Я вот в таком интересном месте. Вот. Это адрес Паршина 29. И здесь находится, у нас уже в городе есть медицинский центр, а это вот полицейский центр, можно так назвать. В народе такому мы его уже и окрестили. Место, конечно, шикарное. Я здесь был в 2014 году, что здесь было, понятно. Здесь был пустырь и машины стояли на штрафплощадке. А сегодня здесь сумасшедший по своим размеру, красоте парк. И сегодня здесь и здесь МРЭО сюда перешло со Стрекова. Стрекова, промышленная 1. И также здесь вот огромный, называется, управление по вопросам миграции России по городу ОДЭ, России по городу Севастополю. Вот такое огромное здание, внутри которого находятся кабины, и там принимают всех по записи. Ну, все здесь здорово сделано, по записи, талончики, вот, все по высшему разряду, вот, и замечательно. Вот, и здесь же вот такой вот парк. Дети с удовольствием здесь играют, взрослые с удовольствием здесь сидят. Вот. И здесь же есть, мы видим, паркинг для автомобилей. Сюда можно прям приехать всей семьей. И пока там папа с мамой будут заниматься непосредственно оформлением каких-либо документов, дети могут спокойно либо покататься на велосипеде, самокате, просто посидеть на скамеечке. И также здесь вот есть даже такие вот качельки, вот, и вот мы видим, там люди даже сейчас катаются. И в самом-самом начале, при входе, есть огромный детский парк. Ну, туда мы пройдем попозже, вот, и я его тоже покажу, этот парк. Сделано, конечно, здесь очень все хорошо. Вот, я не знаю, правда, за какие деньги и за чей счет банкет. Вот, ну, сделано хорошо. Вот даже мы видим эти птицы, вот, напоминающие, по-моему, это грифон называется. Вот, и сверху вот такая вот герб Российской Федерации. Двуглавый орел. В одной стороне он, в одной лапе он держит булаву царственную, а в другую держит шар, заключающий власть и мощь государства. Вот. Ну, примерно так. И здесь вот посажено очень много различных деревьев. Вот. Все очень замечательно, красиво. Травка зеленеет, солнышко блестит. И целый кластер. Я не знаю, что, правда, вот здание, которое находится слева от меня, вот вы видите, большие здания, но думаю, что тоже что-то там в них находится. Вот. То есть, если учитывать то, что здесь было раньше, здесь было, повторяюсь, была здесь площадка для автомобилей, здесь было все заросло бурьяном и сделано, и очень хорошее место, просто наишикарнейшее место. Вот там, в этом здании, вот здесь вот я только что подходил, там оформлял документы, вот это МРЭО непосредственно, там же есть и загранпаспорта. И здесь же, видите, знаки, пешеходные переходы, обозначения транспортных, где что поставить, разметка, пешеходные переходы. То есть все сделано очень по высшему разряду. Розочки растут, урны стоят. Урны не такие дешевые, как у нас были в городе установлены. Вот, в виде короны. А здесь вот аккуратненькие, скамеечки аккуратненькие. Не то, что Парк Победы. Конечно, может быть, кто подрядчик делал, наверное, все-таки знал, кто заказчик МВД, поэтому сделал все добросовестно, на совесть. Вот. Может быть, даже и идея такая, что, может быть, у нас вообще бы заказчиком всего было бы МВД. Может быть, тогда у нас бы в стране ничего бы не воровали, и все было бы замечательно. Вот. Свои проблемы я решил сегодня, по которым приходил. Вот. Все у меня получилось, все замечательно. И здесь вот просто любуюсь. Здесь еще как бы такая вот, будем так говорить, и аура хорошая.
Вот. Место зелененькая травка. Все это очень как бы впечатляет, влияет на настроение. Заборы аккуратные. Есть навесы даже. Ну, навесы, правда, не от дождя, а такие от солнца. Вот, простенькие. Вот они, видите. Да. На видео вижу. Елки растут. Представляю, как будет, когда это все еще и подымется. Так сказать, культурные насаждения, зеленые насаждения вырастут, ели вырастут. Здесь и каштаны, здесь и клен, вот я вижу. И чего тут только не растет. Вот. Здесь вот дерево, не знаю даже как назовут, такими бордовыми листьями. Вот, тоже красиво. Вот там рядом каштаны. Вот, кипарисы растут, можжевеловые. Вот. Люди катаются, отдыхают. И я, наверное, сейчас даже, может быть, и сам пойду покатаюсь. Вот, с удовольствием на этих качелях. Так что, а, его даже вижу место для курилки сделано в самом дальнем углу. Вот. Вот там, вы отсюда не увидите, но на камере могу показать. То есть курить там можно, вот только в специально отведенном месте. Вовнутрь здания мне снимать не разрешили, сказали, что объект МВД, и для этого нужна специальная... специальное разрешение МВД. Ну, времени у меня нет, разрешение получать это долго, длительная процедура. Вот, поэтому возможности такой я не имею. Ну, что еще хочется сказать, что просто удовольствие. В сочетании, что и чайки летают, и деревья растут, и там площадка работает. Ну, на площадку мы сейчас с вами пойдем, я ее покажу. Площадку более подробно о площадке расскажу. Ну, а так все замечательно. Правда, вот меня, конечно, удивляют люди, которые в масках на улице сидят. А так, конечно, все здорово. Дыши свежим воздухом. Воздух у нас в Севастополе насыщен ароматами, йодом, морской воздух. И также много всяких разных зеленых нахождений, насаждений, отсутствие промышленности в городе. Все это способствует оздоровлению людей. Приезжайте в Севастополь, обращайтесь вот на Паршина 29, в управление по вопросам миграции УВД России по городу Севастополю. Здесь вам окажут все вот необходимые услуги, которые вы не пожелаете. Вот здесь можно и машину оформить, и гражданство получить, и РВП получить, и загранпаспорт получить. В общем, все, что душа ваша пожелает. Вот. Поэтому все здорово, замечательно. С вами был Павел Волк. А это детская площадка. Вот на Паршина 29. То, что к материалу к этому. И вот дети здесь играют. Вот такие фигурки, собака. Там дальше вон кабан, ребенок, лев, вот. Вот мы видим павлин, вот. Так что площадка города, хорошее покрытие, дети с удовольствием играют на этой площадке, вот там вот лабиринт большой. Ну, в общем, площадка на ура сделана. Имеет много выходов культурно, везде урночки стоят. Вот такая вот бабочка красивая. Вот, так что здесь все здорово. Вот, если немножко походим, покажу еще. Это вот черепаха с оленком. На солнышке сижу, и усами еще идут. Дети очень довольны, играются. Нравится парк, да? Да? Очень нравится, да? Хорошо тут. Очень. Очень, да? Тут очень много площадок, мне нравится. Да? Отлично. Ну и вот дети там играют. Эй,
Это вот тоже лабиринт большой. Капрон новые. Это, ну погоди, волк и заяц. Заяц, хулиган, вечно волка обижает. Так что, вот такое вот. Ну, качество хорошее очень. Недавно открыт. И здесь все очень замечательно. Здесь и взрослые отдыхают, и дети катаются, и песочница вот, и песка, по-моему, нету. Ну да, песочница только без песка. Замечательно, просто замечательно. Так что сегодня 10 июня 2022 год. И замечательный такой детский городок. На Паршина 29.